В оздоровительном центре «Горизонт» летних смен станет больше. Популярность лагеря растет. Для отдыха клинчан и гостей округа он задействован круглогодично. В эти дни на базе центра развернулась школа вожатых. Параллельно идут и технические работы. Наши корреспонденты узнали подробности. Горизонт еще укрыт снегом, но здесь уже думают о лете. На базе оздоровительного центра вовсю идет подготовка к главному сезону. 1 марта открылась школа вожатых. 29 юношей и девушек мечтают пополнить дружные ряды профессионалов «Горизонта», а пока перенимают опыт у наставников. Мы их обучаем специально именно под «Горизонт», под палаточный лагерь. У нас и лекции направлены таким образом, чтобы они понимали, что с детьми находятся круглые сутки, 24 часа, не прячутся в корпусах, нет такой возможности. Поэтому специфика именно палаточного лагеря идет. Увеличить штат решено неспроста. «Горизонт» поднимается на новый уровень. В начале года центр уже прозвучал на весь регион благодаря самой длинной тюбинговой трассе. А летний сезон ознаменуется рекордным количеством лагерных смен. В этом году у нас будет на две смены больше. Мы начинаем работать с 15 июня, то есть у нас будет два больших потока. Четыре смены на подряд по неделе, неделя перерыва. Мы готовим лагерь, убираемся, еще раз делаем дезинфекцию, обработку от клещей, от грызунов, от ос. И еще четыре смены, соответственно, до 16 августа. Смены по традиции будут тематическими, с названиями можно познакомиться на официальном сайте. Но всех тайн директор центра не раскрывает, да и незачем, всему свое время. Тем интереснее будет для мальчишек и девчонок долгожданный летний отдых в «Горизонте». Хочу сказать одно, что эти смены кардинально будут отличаться от прошлого года, поэтому детишкам, которые у нас отдыхали в том году, будет безумно интересно в этом. Это единственное, что неизменным остается, это любимые вожатые, которые, как вы видите, здесь уже на территории готовятся. Помимо заготовленных новинок, ребят ждут уже полюбившиеся активные развлечения – веревочный парк и тюбинги. Ну и, конечно, самое главное – незабываемая дружеская и романтичная атмосфера «Горизонта». Те, кто уже определился с планами, могут спешить после 10 марта за путевками. Телефон и адрес на ваших экранах. Ирина Конарева, Иван Першин, Никита Кистанов. Новости дня.